Всем привет, ребят. Ну что, будем сегодня пробовать проходить 30-е древние. Сейчас я буду собирать героев своих. Надо по чуть-чуть на китайке. Я уже забыл, что такое древние испытания. Пробовать проходить. У нас, в принципе, для этого все... Все, что надо, есть. Девятые таланты есть. Герои неплохие есть. Правда, некоторых я поперекачивал для тестов. Так... Берем Анубиса с пактом, ну ничего не поделаешь. Но зато у нас куча уже есть рун восьмых. То есть проблем, скажем так, не должно быть особо много. Так, этот есть. Берем, даже сюда Некроса возьмем. Сейчас позапихиваем священные огни. Будем тащить. Так, дерево на ремке, ворожей. Тоже нужно ремочку поставить. В чем плюс ожив, то что герои будут дольше жить. Конечно, не факт, что они будут урон хороший наносить. Будем сейчас тестить. Возможно, восьмое выживание потестируем на героях многих. Так, бедно. В принципе, пусть будет такая. Огник жил. Больше на рядяху кого-то похож. Такое. Вот тыковку, кстати, мы сделаем. Тыква, тыква, тыква. Мне понравилось. Восьмой эмблемка. Так, Атлантика. Такой вариант. Рея у нас с ППшкой на урон. Сразу и губы поставим, тоже будем ее использовать. Так, окей, поехали. Посмотрим, что там у нас по героям стоит. Давно я уже не бегал. Так, Атлант собран, Ара собран, Теква собрана, Анубис есть, дерево ворожей. Рея, в принципе, как раз все. Те, кто надо есть, поехали. Так, тут у нас автопрокеров дофигища, попробуем. Ну, как видите, вот первым выпускаете. В чем сейчас большой минус древних, и реально сложно проходить, потому что они взяли, блин, и подобавляли героев. Точнее, сделали пятую ремку у смотрителей. Это реально жесть. Я вам скажу, это реально уже... Начинает харить, но ничего не поделаешь. Так, пробуем. Вот, как видите, с оживой герои, в принципе, вроде и лучше стоят, но урона нет. Одна из проблем, нет урона. Они то выживают. Ну, в принципе, плюс-минус. Где-то неплохо. Так, давайте попробуем. Тут раз... Второй раз у нас не получится. Думаю, хотел сделать Атланта с 9 живой, потестировать. Пробуем тоже, но пока не могу, потому что на древне надо будет ремками. Так, пусть пока там сливаются. Вот тут. Может и через верх лучше было бы кинуть Атланта. Мы просто не пройдем на Фрэнке. Ну, я же говорю, для без доната это вообще какой-то Unreal. Для доната это тоже начинает немножко иногда напрягать. Так, будем лучше отсюда стартовать. Я уже забыл даже, как я тут бегал, кем так. Вот еще плюс то, что надо купидончика, наверное, сюда взять, хотя, в принципе, и так нормально. Выживание очень круто смотрится. Особенно на героях, блин, ну, очень круто, оно мне нравится. Плюс ожива 9, вот посмотрите, уже намного легче нам стало бегать. Ну, сейчас, не знаю, затащим, не затащим, там у нас Асурик остался. Ну, вроде... Ну. Видите,
Плюс-минус легче, конечно. Если я... То, что раньше я не мог пройти настолько легко, это однозначно, но все равно сложно. Для бездоната это вообще какой-то трэш будет. Точнее, бездонат сюда вообще, я не знаю, кто из бездоната сюда добежит. Может, кто-то добежал, напишите в комментах, но я сомневаюсь. Тут герои 12-12 просто проседают. Надо все-таки на Анубиса тоже попробовать. Или Купидона сюда кинуть. Опять же, мне приходится терять одного героя. Они есть хорошо. Пробуем. Вот чем Ара хорош еще, он тоже вот с оживой. Неплохо вроде заходит. Да, надо все-таки на Анубиса, наверное. Анубис очень быстро у нас сливается. Давайте такой вариант. Либо даже попробуем не такой вариант, а просто поставим. Вот так вот. В принципе, выживание для этого тоже неплохо подходит. Так, поехали. Сейчас Анубис, по идее, должен получше. И они также сливаются все. Ой, нужен удачный просто заход. Ужас просто. Понаделывали. Хотя бы, в принципе, с одной стороны, есть чем заняться. Лара вообще не блокирует, что-то печально все. Вот только начал блочить. Жесть. Так, ну давайте другой вариант. Ну, Ара, в принципе, нам нужен Бигфут, нужен Седна. Пробуем убрать Седну. Поставим Бугимена сюда. Правда, Бугимен у меня не с таким уроном, как должен быть. Ну, как вариант, хотя бы попробовать. Но дерево, скорее всего, не будет успевать справляться. Да. Рандом. Только что хорошо так заходили один заход, как видели. Так, нафиг Бугимена. Давайте Командору попробуем. Ради интереса. Она у меня, по-моему, соживая. Да, отлично. Может, она будет тащить. Правда, опять же, дерево не будет успевать.
Опять, если бы я так не терял одного героя изначально, вот как Фрей жертву, может было бы все поинтереснее. А так, как видите, ну, с командорой посмотрите, как валим все. Но опять там Асурик остается. Стрелка не слили. Да. Будем еще разок. Попробуем сейчас через Кинди забежать. Немножко с другой стороны. Вот сюда видите Кенди. Сколько героев они не могут просто Кенди слить. Это жесть. Кенди просто тупо унижает. Ну, командора, я вам скажу, неплохая. Жесть, просто Асура нас всех поимел. Да уж. Знаю, вроде и командора неплохо. Надо все-таки Купидона сюда ставить для хорошего, скажем так, урона. Ну вот смотрите, сейчас вроде неплохо разогнались. Сейчас мы просто на Асурике потеряемся все. То, о чем я говорил. Хороший был заход, но, как видите, просто один герой нас унизил. Но мне нравится Командора здесь. Как и на подземках. Ну, чуть-чуть, видите, вот не хватает чуть-чуть где-то урона нам. Плюс-минус вроде и нормально, но я смотрю, чуть-чуть урона не хватает Анубису, ибо он так не успевает. Вот с выживанием, конечно, герои получше начали. Но опять же, это все относительно. Дальше они забирают и все. Вот треснулись, смотрите, все и сразу же все пропали. Ну давайте еще попробуем с командорой. Это так 5. А вдруг повезет. Что-то ара сливается очень быстро у нас. К сожалению. Don't you wanna feel?
Вот видите, а дерево одно не успевает их всех отхилить. Надо все-таки брать седну сюда пробовать. Да, вот так вот. Либо давайте попробуем кубчика. Чисто ради варианта. Атлант просто не нашел цель, потерялся. Вообще фигня получается, но Атланта надо четвертая, все-таки ремка даже. Так, ладно, уберем нафиг Атланта. Вот так вот, ребята, мучиться надо. Можно, конечно, попробовать некроса сюда зафигачить, как вариант. В принципе, мне плюс-минус не хватает где-то от хила. Просто тупо герои оживают, но они ничего сделать не могут. Люблю я, конечно, GG за эти пятые ремки на смотрителях. Ну, тут у меня, видите, еще и Асурик. Проблема, мы ближнего Асурика еще не задели. Надо Атланта пробовать так, чтобы Асура еще выбегал. В общем, хватает головняка. Была немножко бредовая идея. Ну ладно. Да, герои, смотрите, нормально живут еще. Фига себе. Неплохо прожили. Ой, короче, такое, ребят. Любим все вместе IDG. Ну, посмотрите, вот включился Атлант. Что это было за фигня? Просто тупо, блин, жесть. Тупо Кенди. Что я могу вам сказать? Называется, блин. Ну, конечно, это надо мучиться. До хрена бегать. У меня нет на это времени. Ну вот так вот, просто жесть. Желания сюда даже забегать нету. Из-за того, что даже те награды, которые здесь дают, по сути, они себя не оправдывают, скажем так.
Попробуем сейчас отсюда забежать. Побежим через Кенди. Может, отсюда будет лучше через Кенди забежать, хотя вряд ли, думаю. Я на Кенди должен быть офигенный разгон, но фиг там, видите. У нас просто тупо. Унижают. Ну, стрелка не слили. Говорим, до свидания. В общем, не знаю. Допишу вам, покажу потом, как я ее пройду, каким составом. Пишите комменты, что вы думаете по этому трешечку, но это реально жесть. Буду пробовать дальше. Всем удачи, всем пока. Так, ну что, пробуем. Пробуем дальше эти издевательства. Как это так, Атланта быстро слили. Это что такое было? Жесть, конечно. Я могу вам сказать, ребят. Я уже ничему не удивляюсь. У нас Асура просто всех моих героев 12-х. Просто поимел. Тыкву слили с выживанием. Да ладно. Жесть. Восьмое выживание стоит, и ее сразу же на первых секундах сливают. Интересно, интересно, мне это нравится. Разгона вообще нет. Тыква как будто ватная какая-то. Нереально просто против Асуры. Да уж. Попробуем такой вариант. Что нам еще остается? Опять тыкву сливает. Но я уже даже, честно говоря, не знаю, что делать. Уже на Кинде разгоняемся. Вроде казалось бы все круто, но посмотрите, сейчас мы по-любому на ком-то сольемся. На Тессе. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Жесть. Я буду ржать, если мы тут сейчас сольемся. Я не знаю, кто там у нас. Тесса, по-моему, если я не ошибаюсь. Офигеть. Что я могу вам сказать? Это трэш. Блин, ну мне приходится, получается, сливать одного героя. Ладно, попробуем такой вариант.
Так. А тут Атланта. А, я Яру там бросил случайно. Всех остальных тут. Ну, тут стрелок получается у нас сейчас. Окей, let's go. Посмотрим, что с этого у нас получится второй раз. Ну вот отсюда, мне кажется, самый такой оптимальный вариант будет через Тессу пробовать забегать. Единственное, нам надо всех остальных героев сливать. Ну, как видите, раз на раз не приходится. Опять Тесса прибежала. И если мы сейчас ее там не ушатаем, она ушатает нас, как и в предыдущий раз. Надо все-таки жертвовать Фрей, к сожалению. Ну, что поделаешь. Вариантов особо у нас, к сожалению, и нет. Ара остался. Так, мы пробуем еще заходим. Блин, конечно, Фрей, то, что мы там оставляем, смотрите, просто на унизили нас. Ну, давайте попробуем отсюда забежать. Конечно, это бредовая идея, но это сурики, нам надо наоборот их избегать, мы бежим на них. Тыква сразу же сливается. Хотя она должна 3 секунды, как и все герои. Ну, у нас будет разгон или нет? Вот что-то похожее на разгон есть. Наконец-то, блин. Ну, красавчики. Аллилуйя. Ребят, мы это сделали. 30-ю прошли. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.